Здравствуйте, это Zeba Academy. В этом видео мы расскажем о невероятной роли ключевых видов и о том, как они формируют и поддерживают целые экосистемы. Ключевые виды имеют решающее значение для поддержания баланса и функциональности экосистем, несмотря на относительно низкую численность. Эти виды оказывают непропорционально большое влияние на окружающую среду. Понятие «ключевой вид», термин «ключевой вид» был введен экологом Робертом Т. Пейн в 1969 году описал виды, которые, несмотря на свою малочисленность, играют значительную роль в экосистемах. Эти виды влияют на окружающую среду посредством хищничества, изменения места обитания и распределения ресурсов. Ключевые виды играют жизненно важную роль в регулировании популяций других видов, влиянии на окружающую среду и содействии видовому разнообразию. Они не обязательно являются главными хищниками, но могут быть любыми организмами, отсутствие которых радикально изменило бы экосистему. Примеры ключевых видов в различных экосистемах. Различные ключевые виды демонстрируют свою важность. В морской среде калан охотится на морских ежей, предотвращая их чрезмерный выпас в зарослях водорослей. Без каланов водорослевые леса пришли бы в упадок, что повлияло бы на многие морские виды. Аналогичным образом, в лесах Северной Америки серый волк контролирует популяции жертв, таких как олени и лоси, способствуя росту растительности и биоразнообразию. Их присутствие также поддерживает падальщиков и мелких хищников, обеспечивая их падалью и снижая конкуренцию. Экологическое воздействие ключевых видов. Ключевые виды помогают поддерживать баланс и устойчивость экосистемы. В приливно-отливных экосистемах морская звезда цвета охры охотится на мидий, позволяя другим видам процветать, предотвращая засилье мидийных зарослей. С помощью нисходящего регулирования хищники контролируют популяции травоядных, что, в свою очередь, влияет на растительные сообщества и общую структуру экосистемы. Регулирование по принципу «снизу вверх» предполагает влияние первичных производителей, таких как растения, на более высокие трофические уровни. Ярким примером является реинтродукция серых волков в Йеллоустонский национальный парк в 1990-х годах. Это привело к возникновению трофического каскада, увеличению биоразнообразия, улучшению состояния растительности и даже изменению динамики рек. Влияние человека и ключевые виды. Деятельность человека, такая как разрушение среды обитания, загрязнение, чрезмерная эксплуатация и изменение климата, представляют значительную угрозу для ключевых видов. Утрата, фрагментация, чрезмерная эксплуатация и загрязнение среды обитания ключевых видов нарушают хрупкий баланс экосистем. Эти воздействия могут привести к сокращению популяции ключевых видов с каскадными последствиями для биоразнообразия и здоровья экосистем. Последствия упадка или вымирания видов. Уничтожение ключевых видов может привести к серьезным экологическим сдвигам. Например, сокращение численности пчел, основных опылителей, может нарушить воспроизводство растений, воздействуя на всю пищевую сеть. Усилия по защите и восстановлению ключевых видов включают в себя восстановление места обитаний, создание охраняемых территорий, разведение в неволе и программы реинтродукции. Истории успеха, такие как восстановление белоголовых орланов и серых волков, демонстрируют эффективность этих усилий. Перспективы на будущее. Текущие исследования и инновационные природоохранные стратегии имеют решающее значение для сохранения ключевых видов и их экосистем. Достижения в области технологий и междисциплинарных подходов расширяют наше понимание этих жизненно важных организмов и служат основой для эффективных природоохранных практик. Ключевые виды являются архитекторами экосистем, поддерживая биоразнообразие, функции экосистем и устойчивость. Их сохранение имеет важное значение для обеспечения здоровья и устойчивости экосистем нашей планеты. Применяя научные исследования, инновационные стратегии и устраняя факторы, приводящие к утрате биоразнообразия, мы можем защитить и восстановить ключевые виды и места их обитания, обеспечив тем самым множество преимуществ, которые они предоставляют. Подпишитесь на Zeba Academy, чтобы получить более увлекательное представление о чудесах мира природы.